Всех приветствую на моем канале. У меня спрашивали, как я содержу вот этих задохликов. В общем, они находятся вот так у меня в гидрогеле, но здесь постоянная циркуляция воздуха, доступ воздуха, то есть для того, чтобы не образовывалась плесень. В моих условиях у меня в тепличке, даже если я проветриваю с утра и вечером, образуется плесень. И она разрастается с каждым разом. Вроде проветришь, а толку, в течение дня все равно она образуется. Поэтому я не использую такой эффект теплички, хотя, возможно, в ваших условиях это очень даже, знаете, положительно работает. Я рассказываю лишь свой опыт, абсолютно не претендующий на истину. Кстати, пользуясь случаем, сразу скажу, вот эту орхидейку я достала с того брусочка коры, потому что корешок стал пропадать. И, как мы видим, он ни капельки не вырос, поэтому достала ее, и она продолжает дальше вот так вот здесь находиться. Пока что роста какого-то листика, либо корешка у нее нет. То есть вот этот корешок, что рос, она сейчас закуклила, и пока что в ступоре. Точно так же и орхидейка слева. Она, конечно, надула шейку у нас, но корешков по-прежнему еще нет. Это, конечно, такой промежуточный этап до следующего видео длиной в месяц, а это 8 января, еще прилично, но, в общем-то, мое видео о том, как я их содержу. То есть они стоят под лампами, здесь температура в среднем где-то от 22 градусов и выше, в зависимости от того, насколько солнечный день. Влажность у меня низкая, порядка 47%, вот так. В среднем, если солнечный день, то и того ниже. Соответственно, сверху ничем не накрываю, поэтому никакой плесени, гнили быть не может. Тем более, что я подкладываю под основание пенопласт, чтобы сам срез не находился во влаге постоянно. Ну, в общем, перестраховываюсь как могу. Пока что вы видите, что особо похвастаться нечем, особых результатов нет. Ну, посмотрим, что будет. Я, скажем так, уже не держу руку на пульсе. За эти 4, по-моему, месяца я уже порядком, знаете, устала от них чего-то ждать, поэтому так.